Всем привет! В эфире кулинарная пропаганда и я, Дмитрий Фреско. Сегодняшнее видео, возможно, придется не всем по вкусу, потому что сейчас я буду показывать, как я готовлю колбасу. Если вы захотите повторить этот рецепт, да нет, не если. Когда вы захотите повторить этот рецепт, то наверняка столкнетесь с определенными сложностями в поиске колбасной оболочки. Да, в обычном супермаркете ее, конечно, не купишь. Раньше мне ее привозили знакомые с Украины, но сейчас, я думаю, можно смело заказывать через интернет. И раз уж мы с вами в нем сейчас и находимся, хочу вам представить своего коллегу, видеокулинара Олега Кочетова. Всем привет! Привет, Дмитрий! Привет, Олег! Я тут всем рассказываю и доказываю, что лучшая рыба – это колбаса. Сегодня буду ее делать. Только вот переживаю, что у подписчиков наверняка возникнут проблемы с поиском оболочки. Ты как знатный колбасодел, расскажи, где оболочку берешь? Захожу на склад и беру сколько надо. Мы торгуем оболочкой. То есть я правильно понял, что если кто-то недалеко от Ульяновска живет, может к тебе обращаться? Можем отправить почтой куда угодно. Хотел сказать хоть на Луну, но на Луну и на Южный полюс пока не доставляем. Кстати, на следующей неделе собираюсь приготовить белиш. Это сложно? Как тебе сказать? Для меня самое сложное – защипывание краев. Ну, если какой-нибудь вопрос возникнет, я тебе позвоню. Звони, конечно. Удачи! Для изготовления колбасы мне понадобится колбасная оболочка. Вот тут у меня свиная черева. Это отмытая и засоленная свиная кишка. Залью ее минут на 10 холодной водой, чтобы она стала эластичной. Черева у меня уже очищенная. Храню ее в морозильнике. Бывает еще коллагеновая оболочка. Искусственная, но вполне съедобная. А здесь у меня фарш. Фарш после подготовки должен выстоять, вызреть в холодильнике 12 часов. Поэтому готовил я его вчера вечером. Смотрите. Всем привет из прошлого. Сейчас глубокая ночь. Завтра с утра я собрался делать колбасу, поэтому сейчас займусь изготовлением фарша. На 5 килограммов колбасы я купил 2,5 кило свиной шейки, 2 кило свиного окорока, сырого, конечно, и полкило свиного сала, не соленого. Теперь все это надо измельчить. Сразу отложу примерно треть окорока, как я пропущу через мясорубку, а все остальное мелко нарежу. Сало надо нарезать кубиками размером от 7 мм до сантиметра. Мясо значительно крупнее, с фалангу большого пальца примерно. Рецепт, которым я пользуюсь, я узнал своего хорошего знакомого Эрика. Он живет в Польше и работает дантистом. И при этом готовит совершенно потрясающие домашние копчености. Правда, я давно с ним не виделся, не слышался, к сожалению, и не знаю, как он там сейчас. Все мясо нарезал, теперь нужно отложенный кусок пропустить через мясорубку вместе с чесноком. На 5 килограммов мяса надо положить 1-2 головки чеснока. Тут кто как к чесноку относится, я очень положительно. Так что 2 головки у меня уйдут легко. Теперь добавляю фарш, 2,5 столовые ложки соли и одну с горкой ложку черного перца. И теперь надо все тщательно вымешать. Немного о тонкостях. Если все мясо пропустить через мясорубку, то колбаса получится более сухая. Для копчения или завяливания это хорошо, но я эту колбасу запекаю в духовке или на гриле. В этих случаях мне нужна самая сочная из всех возможных колбас. Поэтому я ее так крупно режу. Не ленитесь резать мясо руками, и вы получите качественно другую колбасу. 10-15% мяса я пропускаю через мясорубку, чтобы фарш был помельче и связал, заполнил собой все пространство между крупными кусочками. Сало только режу, потому что иначе в мясорубке оно подавится и при запекании обязательно потечет. А зачем нам в готовой колбасе этот некрасиво растекшийся жир? Конечно же, сколько людей, столько вкусов. Кому поп, кому падья, кому поповская дочка. Я же рассказываю и показываю вам тот вариант, на котором после множества колбасных экспериментов становилась наша семья. Фарш готов. Накрываю его и уберу в холодильник часов на 12, до утра в общем. Теперь осталось убраться на кухне, и можно идти отдыхать. До завтра. Вот так я его вчера и делал. Пока вы смотрели этот захватывающий репортаж, я тут все подготовил для набивки колбас. Фарш у меня немножечко суховат. Для того, чтобы он лучше проходил через мясорубку, надо долить в него воды. Набивать можно колбасы с помощью вот такой насадки на мясорубку. Или даже с помощью воронки вот такого типа. Только нужно выбирать с носиком пошире. С воронкой, конечно же, одному управляться сложно. Для начала натягиваю череву на насадку.
теперь фарш отправлю сюда и включу мясорубку. Для того, чтобы не было воздушного пузыря в оболочке. Смотрите, как только фарш пошел, все останавливаю, этот фарш обратно, а череву стягиваю и перевязываю. Если вы распробуете домашнюю колбасу и подсядете на это дело, то можно будет через интернет заказать какой-нибудь вот из таких девайсов. Такими колбасными шприцами колбасу набивать гораздо проще, чем мясорубкой. В мясорубке сложно добиться равномерной скорости подачи фарша. А если он подается неравномерно, то штык мясорубки начнет мясо давить. А это отрицательно сказывается на текстуре колбасы. Не надо стремиться набивать колбасу очень плотно. Мы эту плотность потом отрегулируем, во время перевязки. Набивка закончена, теперь перевязываем. Итак, что я делаю? Отмеряю нужную мне длину. Ну вот, будем считать, что вот так вот. Пережимаю пальцами. И перекручиваю. Я пользуюсь для обвязки специальной кулинарной нитью. А раньше пользовался обычными белыми нитками. Просто складывал их несколько раз, чтобы получить шпагат нужной толщины. Начнем. Сначала скручиваем вот такую улитку и перевязываем. На самом деле обвязывать колбасу нет никакой необходимости, если только вы не собираетесь ее подвешивать для копчения или вяления. Можно перекрутить пару раз оболочку, как я это сделал 30 секунд назад, и укладывать колбасу как сосиски или сардельки. Ну раз уж я взялся снимать ролик про колбасу, покажу все по-взрослому. Разные способы вязки я применял, когда готовил в один день колбасу из разного фарша. Просто для того, чтобы позже можно было отличить одну колбасу от другой, до того, как ее пожаришь. Второй способ и того проще. Смотрите! Если первый способ хорош для колбасы из черевы диаметром примерно до 30 мм, то второй, на мой взгляд, лучше подойдет для более толстых колбас. Потому что представьте себе, какая по весу выйдет улиточка, если скручивать ее из толстой колбасы. Жареная колбаска хороша только-только из печки, когда она шкварчит и брызгается соком. А если у вас бублик на 2 кило весом, не всякий за один присест такое количество съест. У меня в результате получилось 4 с небольшим килограмма колбасы и килограмм фарша еще остался примерно. Черева закончилась, надо было у Олега заказывать. Если сейчас все это запихать в духовку, то уже через 2 часа ничего от этой колбасы не останется, даже запаха. А что вы хотите, трое детей и все мужики. Поэтому я сейчас запеку только вот это. А остальное ляжет в морозильник до следующего раза. Перед запеканием я колбасу старательно проколю, чтобы не лопнуло. Эти классные вилы я купил 3 года назад в Икее, и они до сих пор отлично мне служат. Запекается она в духовке при 180 градусах всего 40-45 минут. Ее можно перевернуть разочек, а можно вообще не трогать. Вот она, самая лучшая рыба на свете. А если бы вы видели, какая она получается на гриле? Брызжет соком, одуряюще пахнет чесноком. А ту колбасу, которую я отправил в морозилку, даже размораживать не нужно будет перед запеканием. Просто на 10 минут дольше будет готовиться. За дверью нетерпеливо стонут голодные дети, так что окончание ролика получается несколько скомканным. На сегодня все. Понравилось? Ставьте лайки, делайте репосты. Если вы впервые на канале или недавно, пошерстите архив, там есть потрясающие рецепты. Заглядывайте в страницы ВКонтакте и в других соцсетях. Все ссылки вы найдете под описанием видео. Спасибо за компанию. Пока. Ешьте только домашнюю колбасу.